И всем привет, ребята, да, с вами я опять Фарид. И сегодня у нас будут рыбки антистресс. Нет, мы будем сегодня смотреть видео рыба антистресс, я вот тут написал. И мы сегодня будем смотреть вот это, а во второй части будем смотреть вот это. Я уже видел, он надутый был. Я вам не буду это до конца говорить, и будем сегодня смотреть вот это видео. Новые антистрессы повелители тропических рифов. Что у них внутри? Это теперь вот это вот на английском, я не знаю, я не смогу перевести. Ну что ж, давайте начинать смотреть. Всем привет, ребята! Смотрите, что у меня есть. Я купил целую коробку новых стретч-антистрессов от итальянского бренда Spabam. Серия называется «Повелители тропических рифов». Это вот антистрессы в виде разных тропических рыбок, которые имеют разные свойства. И сейчас мы их распакуем, пожмякаем и затем забросим в мясорубку, чтобы посмотреть, что у них внутри. Да? Погнали! Итак, погнали. Открываем коробку, и внутри у нас находятся запакованные вот такие вот пакетики рыбы-антистрессы. С виду все эти пакетики одинаковые. И когда вы покупаете, вы никогда не знаете, какая рыбка вам попадется. Но всего бывает 12 видов рыб-антистрессов. И эти антистрессы, они точно копируют реально существующие рыбы, которые живут в тропических морях. Да. Давайте откроем первый. Отрываем. И смотрим, что же нам попалось. Нам попалась морская звезда, ребят мой. Внутри, смотрите, у нее какой-то типа пенопласта что-то. И такой интересный фосфорический цвет. Мне кажется, что она должна светиться в темноте. Нет, она не будет. Кстати, я не сказал, что все эти рыбы антистрессы, кроме того, что они прекрасно тянутся, вы только посмотрите, как они реально супер тянутся. Они еще имеют какие-то интересные свойства. Некоторые светятся в темноте, некоторые меняют цвет на солнце, некоторые меняют цвет в горячей или холодной воде. Ну, короче, вот такие вот есть интересные свойства. Внутри также есть вот такой вот листочек коллекционера. Здесь вот нарисованы все рыбы, которые можно найти. А также, да, здесь, смотрите, написано, что она изменяет цвет на солнце. Интересно. Сейчас попробуем поставить ее на солнце, на подоконник. Также здесь, смотрите, есть описание свойств этой рыбы. Желтая морская звезда. Малоподвижное животное, имеющее 5 лучей. Имеет способность к регенерации, восстановлению поврежденных лучей. Обладает ядовитыми свойствами и способна вызывать отравление при употреблении в пищу. То есть, ребята, когда вы покупаете такие интересные антистрессы, вы еще и узнаете информацию о жизни морских обитателей. Кстати, также здесь вот в количестве звезд описаны их свойства. Агрессивность 1 звезда, опасность 2 звезды, яркость 2, скорость 1. Давайте достанем еще какой-то антистресс и сравним его свойства с этой. Да, давайте. Разрываем, и что же у нас здесь? Вау! Я тоже себе такую хочу, у меня не попадалось. Рыбища. Что у нее внутри? Тоже такие шарики. Очень-очень прикольно все пересыпается. Посмотрите, как она растягивается. И как реалистично сделано. Слушайте, можно вот так вот в автомобиле даже повесить себе. Как живая. Это у нас рыба, летучая мышь. Также есть информация об этой рыбе. Написано, где она живет, какие у нее интересные способности. Она в момент испуга способна на обманный трюк. Складывает вместе свои плавники и медленно опускается на дно. Прикиньте, как интересно, никогда такого не знал. Кстати, здесь можно сравнить свойства. Если, например, у вас и у вашего друга есть разные вот такие антистрессы, вы можете посоревноваться, чей круче. Давайте, например, сравним, кто у нас круче, звезда или вот эта вот рыбешка. Агрессивность 1-1. Опасность 2-1. Морская звезда получает дополнительный балл. По яркости они одинаковые. И по скорости звезда, конечно же, медленная, а рыба получает 2 звезды. Ну, в итоге шансы равны. То есть
Ничья. Но если бы была какая-то другая рыба, возможно, бы кто-то бы выиграл. Так, давайте посмотрим дальше. Ну, да. Давайте эту большую. Я думаю, здесь точно рыба в пуле. Да, я точно. Она мне тоже попадалась. И да, я угадал. Смотрите, какая она прикольная. Такая забавная. Слушайте, а у нее не пенопласт. Да-да-да. Оргиз, смотрите. Класс. И также растягивается. Ого, ее можно растянуть до метра практически. Рыба фугу — маленькая рыбка размером всего с ладонь, которая может плавать хвостом вперед. Если фугу испугать, она мгновенно раздувается и примет форму шара, утыканного острыми шипами. В печени, икре и коже одной рыбы фугу содержится достаточно токсинов, чтобы убить 30 взрослых человек. Ничего себе! Везде по одной звезде, но опасность максимальная. 5 звезд. Кстати, про рыбу фугу еще написано, что это редкий герой с гидрогелем. То есть мало кому он попадается. Ну, кстати, его можно определить по размеру упаковки, она такая толстая. Ну что ж, давайте дальше распаковывать. Что нам сейчас попадется? Давайте вот эту вот. Вау! Еще одна морская звезда! Только это у нас такая зелененькая, а это у нас... Это же желтая какая-то почти, ну да. Она также изменяет цвет на солнце. Практически то же самое, что и желтая, но она просто другого цвета. Итак, давайте посмотрим, как изменят цвет наши звезды на солнце. Смотрите, мне кажется, вижу, синяя становится фиолетовой. Реально, она прямо на глазах стала фиолетовой. А что же с желтой? Никаких особых изменений я не вижу. А нет, кажется, она становится немного оранжевой. Она постепенно превращается в оранжевый. Ну вот, смотрите, у нас уже 4 антистресса. Из них один редкий с шариками Арбиз. И хочется вытащить что-то такое интересное, что светится в темноте. Либо это акула, либо мурена, они обе светятся. Либо рыба-хирург, которая меняет цвет в теплой воде. Да. Ну что, повезет нам или нет? Так, давайте что-то снизу. Сейчас будет акула. Ой, я так помню, по-моему, там акула попалась ему. А, нет, это не акула, да, я вспомнил. А, нет, ребята, это как раз таки, смотрите, вот она, рыба-хирург. Да. Класс, внутри у нее тоже пенопласт. Реалистичная рыбка, очень хорошо тянется. И давайте прочитаем какие-то интересные факты про нее. Так, о, смотрите, сколько звезд уже у этой рыбы. Если она вам попадется, вы 100% обыграете всех своих друзей. Смотрите, сколько у нее звезд. Она агрессивная, опасная, яркая, очень быстрая. И у нее есть особенность. Она меняет цвет в теплой воде. Сейчас мы это проверим. Итак, ребята, вот миска с горячей водой. И сейчас мы посмотрим, как будет менять цвет эта рыба. Давайте ее не полностью погрузим, а погрузим половинку только. Только морду. И сейчас пронаблюдаем, как изменится цвет. О, реально, смотрите, она посветлела в теплой воде. Здесь темная, здесь светлая. Была темно-фиолетовая, стала светло-фиолетовая. Открываем. Па-бам! Акула светится в темноте. О, как повезло нам, да? Давай на нее посмотрим. Вау! Такая вот белая акула. У меня тоже была такая акула, только она испортилась уже. Тоже уже ее нет. Тоже внутри у нее, смотрите. Пенопласт такой меленький. Я думаю, она очень классная. У всех эти антистрессы, они рвутся. Сначала давайте посмотрим, как она светится в темноте. Вау. О, да, у меня тоже она так же светилась, ребят. Ставьте лайк, у кого тоже так было. Офигеть. Вот это да. Сейчас он еще затемнее сделает. Все на месте. Класс. А ну давайте полностью затемнимся. О, это вообще супер. Да. Очень-очень круто. А еще я вижу, что у меня битые пиксели на камере. Ну, ничего страшного. Главное, что акула светится. Класс. Что у нас далее? Далее у нас вот такая вот рыбочка. Она называется титановый спинорог. Класс, ребята. Вау, у нее тоже много звезд, и я даже не знаю, кто круче, акула или это рыба.
один из самых опасных для человека морских обитателей. Офигеть! Так, а что она может? А она также меняет цвет на солнце. Смотрите, на солнце она из желтой превращается в оранжевую, причем довольно быстро. Прикольно. И что у нас тут? Вау, какая прикольная рыбка. Какой у нее милый ротик. Это у нас рогатый занкл. И так же, как и все, очень круто тянется. А еще можно делать вот так вот. Вау, вот это крутой обитатель. Это родственник акулы. Это у нас скат. Крутяк. Меняет цвет в теплой воде. Это скат манта. Вот тут есть о нем вся информация, его особенности, образ жизни и что он из себя представляет. Он совсем не агрессивный, не опасный и у него небольшая скорость. Итак, пробуем, опускаем его в теплую воду, и он должен изменить цвет. Он был темно-серый, а стал светлым, практически прозрачным, светло-светло-серым. Смотрите, он практически просвещается. Ну и так же, как и все, конечно же, круто тянется, и внутри у него эти приятные пенопластовые шарики. Итак, ребята, у меня уже 9 рыб-антистрессов повелителей рифов, и осталось еще 3. Давайте же их очень-очень быстро распакуем. Вот они. Вау, ребята, класс! Посмотрите, это, по-моему, самая известная и самая любимая рыба у всех на свете. Из какого-то мультфильма, да? Да. Напишите в комментариях, с какого мультфильма. Это... Рыбешечка. Как его там? Это клоун, рыба-клоун. И тоже пенопласт. Класс. Эта рыба всем известная. Все знают, что это называется рыба-клоун, и она тоже должна светиться в темноте. Да. Быстро давайте проверим, как это. Вау, класс! Смотрите, как прикольно. Здесь оранжевая, а плавнички зелененькие. Они тоже супер тянутся. Офигеть. Очень классная игрушка. Мне вообще нравятся вещи, которые светятся в темноте. А вот он я. Реально круто. Открываем 11-ю рыбку антистресс. И последняя шампунь. Что же у нас здесь? Еще вот это последнее. Вау. Класс, тоже очень красивая рыба. Это императорский ангел. Кстати, мы не посмотрели у рыбки клоуна, какие у нее тут преимущества. Смотрите, о, она достаточно агрессивная, 3 звезды и очень яркая, 5 звезд. А если сравнить с вот этим вот императорским ангелом, то смотрите, 1-1 по всем параметрам, они практически совпадают по яркости, скорости, размеру и агрессивности. Смотрите, 1-1, ничья, никто не побеждает. Ну и теперь открываем последнюю, что же у нас там? Скорее всего, мурена. Вот она, мурена нарисована. Ее у меня нет. Да, это мурена. Класс. Очень хищная рыба. Желтая мурена тоже светится в темноте. Класс. Наверное, желтым цветом. Ну и, конечно же, посмотрите, сколько у нее звезд. Она супер агрессивная, очень опасная. По яркости 2 звезды, по скорости 3. То есть вообще какой-то супер-убийца. Круче, наверное, только акула. Итак, ребята, я собрал полную коллекцию. У меня все 12 штук рыб-антистрессов. Вот они, ребята, яркие. Прикольные, крутые, некоторые светятся, некоторые меняют цвет в темноте. Очень круто растягиваются и вообще очень-очень крутые рыбы. Ой, ребят, я прибежался, давайте смотрим дальше. А в этой внутри еще и арбизы. Вот такие вот дела, ребята. А теперь давайте, как я и обещал, запихивать наших рыбок антистрессов в мясорубку. И первой туда пойдет акула. А знаете почему? Потому что она такая вот длинненькая. Да. Идеальная, чтобы да, очень идеально. В мясорубку. Итак, акула, тебе страшно? Нет, мне не страшно. Я ничего не боюсь. Ну, раз не боишься, тогда полезай в мясорубку. Пым. Включаем. Ой-ой-ой. Вау, ребята, полетели мелкие шарики, какой-то странный очень запах. По-моему, наша мясорубка недостаточно мощная, как бы не сгорела, не откручивается, заклинило, ничего себе. Смотрите, что здесь.
как это достать, ребята? Реально. Не достается. Опа, здравствуйте. О, блин. Вот это да, реально. Вы видели такую жесть? Акулу просто намотала. Как будто бы на другую акулу поплывала. Давайте ее, бедняжечку, посмотрим. Что да. же у нее там внутри? Прям смотрите, она ничего себе, она склеилась. Ой, вы видели этот взрыв? Так, смотрите, здесь кроме пенопласта... Какая-то штука. Какая-то поролоновая штучка. Интересно, зачем? Да. Понятно. Ой, как ее расколбасило, ребята. Может быть, удастся склеить, как вы считаете? Можно склеить еще эту несчастную рыбку? По-моему, нет. Она как будто, знаете, как будто побывала в зубах... У другой акулы. Да, бедная акула, каракула. Давайте, знаете, что засунем? Это вот что. Ну ты же ее туда не засунешь, я уже смотрел это видео. Интересно, по-моему. Единственный вопрос, как ее сюда запихнуть? Да. Это маленькое отверстие. Она не залезает. Рыба фугу. Вы видели? Да. Просто-таки не залезает. Блин, нет. Наверное, все-таки не получится. А жалко, жалко. Давайте что-то другое. Давайте возьмем... Мурену, она по форме просто идеально. Так, да. И акула попадает сюда. Включаем. Погнала, все. Видите, уже понимаю, сейчас. Это все, это каша какая-то. Смесь какая-то. Каша. О, да, в этот раз мясорубка уже поняла, что от нее требуется, да. Расколбасила мурену просто-таки на молекулы. Посмотрите, вместе с пенопластом вырезали кусочки резины. У-у-у, такая необычная смесь. Да, реально необычная смесь. Не то, что акула еще как-то уцелела, но мурена просто-таки развалилась на запчасти. Давайте-ка открутим и посмотрим. О, да, здесь смотрите, просто... Одна голова, от нее сейчас останется. Практически невозможно узнать, что это была мурена. Я даже достать не могу отсюда этот винт. Капец, его заклинило, ребята. Оу. Бедная мурена. А нет, можно узнать. Ням-ням-ням. Ничего себе вы даете, чуваки. Да, ребята, это было очень круто. Ну все. Но, к сожалению, вы это не слышите, а я вот ощущаю нюхом, так сказать, что моя мясорубка начала жестко вонять. И поэтому мне кажется, что она сейчас может сгореть. Поэтому я как-то боюсь продолжать. Очень жаль, что не получилось у нас засунуть туда рыбку фугу с арбизами. Это было бы очень-очень интересно. Ну а так все остальные рыбки, они в принципе внутри. С пенопластом, и мы посмотрели, что же из них получается, ну, когда их бросить в мясорубку. Получается вот такой вот пенопластово-резиновый фарш. Да. Ну что, ребята, крутые антистрессы. Пойду я вот так возьму в одну руку эту, в другую эту, и пойду вот так вот снимать стресс. Потому что лето заканчивается, я очень из-за этого переживаю. Не хочется, чтобы лето заканчивалось, и из-за этого... Ну что ж, ребята, сегодня мы смотрели рыбу антистресса, нам показывали сегодня, ну, я не смог вам показать, потому что они у меня были давно, у меня их сейчас не было. И вот с вами был я, Фарид, ну и вот эти вот рыбки, с вами был я, Фарид, ну, я сказала там. И мы смотрели весь ролик сегодня, всем пока-пока, ребята, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы это еще... не сделали, оформите подписочку. Всем пока-покашеньки.